В Запорожье открылся еще один офис общественного объединения «Самопомощь». Об открытии его организаторы думали лишь зимой. Но уже сейчас все, кому необходима помощь, могут обращаться за ней к специалистам уже и этого отделения. Мы открываем в Орджоникидзевском районе города Запорожья общественную приемную для приема граждан и оказания бесплатной юридической помощи. Это уже пятый центр организации «Самопомощь». Должность руководителя офиса Орджоникидзевского района занял адвокат Иван Черкашин. Юридическая бесплатная помощь является одним из приоритетных направлений общественной деятельности самопомощи. И в первую очередь призвана помогать малообеспеченным, незащищенным слоям населения, которые не могут себе позволить оплатить квалифицированную юридическую помощь. В первую очередь будут рассматриваться вопросы социальной сферы. Помощь заключается в предоставлении консультаций, составлении необходимых документов и жалоб. В отдельных случаях специалисты будут сопровождать пострадавших в суде. Пособия, субсидии, пенсии, какого-то рода льготы, скорее всего, для пенсионеров, для малообеспеченных, для льготных категорий. Это в первую очередь. Также вопрос ЖКХ, то есть взаимодействие с КП «Основание», с коммунальными организациями, поставляющими коммунальные услуги, качество коммунальных услуг, создание ОСМД. Новый центр помощи находится по адресу улица 40 лет Советской Украины, 72. Уже в ближайшее время общественники организации планируют открыть пункты в каждом районе города. Следующий район, в котором появится центр самопомощи – Космический.